Возможность сохранить единую Украину сохраняется. Об этом заявил сегодня глава самопровозглашенной Донецкой республики Александр Захарченко во время прямой линии с жителями Киева. При этом он отметил, важно понимать, что подразумевается под словом «единое». По словам лидера ДНР, Украина как государство одной нации не будет, поскольку этого не допустит народ. Будущее страны в конфедеративном устройстве. Среди вопросов, которые были затронуты во время разговора, была и тема преследования инакомыслящих на Украине. По нашим данным, больше 7 тысяч людей, которые сейчас в Киевской области сидят за то или иное высказывание в поддержку Донецкой Народной Республики или вообще в поддержку Донбасса, они сидят в тюрьмах СБУ, в законсервированных каких-то подвалах МВД. Ну, вы мне говорите о каких-то там подвалах наших. Когда ваш самый знаменитый сайт «Миротворец» опубликовал список украинских журналистов, аккредитованных в Донецкой Народной Республике, которые здесь были, мы вернулись в Украину, ну подождите, вы не назовите хоть одного журналиста Донецкой Народной Республики, который был аккредитован в Киеве. Но если такое произойдет, я гарантию 100% даю, его мгновенно арестуют. А эти люди здесь находились, работали и, скорее всего, писали не совсем приятные для нас вещи, но спокойно выехали в Украину. Так у нас свобода слова, наверное, больше, чем у вас.